Ну чё вы стоите? Давайте быстрее! Чё, по-твоему, мы должны сейчас подорваться и убежать спасать? Ты чё, чувак, вообще слушай, с ума сошёл? А, ну либо договаривайтесь с ними как угодно, главное вытащить его! То есть, погоди, мы сейчас должны пойти завалить охрану и вытащить чувака из темницы, где куча чуваков входит с оружием. Ну я сказал, попробовать, не знаю, договориться или что-то типа этого. А, то есть с ними можно договориться, типа взятку им дать, да, типа и выпустить чувака? Им и так платят мало. Блин, ну не знаю, чувак, у меня со здоровьем плохо, если придется драться, меня же там зафигачат, чел, ну мы так вообще не договаривались. Когда, типа, просили денег в долг, мы же говорили, что, йоу, я вот буду шестереночки собирать, да, курьером работать. Да, ты должен денег, так что ты либо идешь, либо давай прямо сейчас мои 3 ляма. Да как эти 3 ляма-то твои достану, алло? Или ты мне эти органы вернешь? На старт ты их уже не заменишь, они уже в мусорке гниют, наверное. Чувак, ну блин, это же вообще фигня. Блин, Виталь, скажи ему, что за херня происходит? Ах, боже. Ладно, мы сходим. Чё? Его ожидаю. Чё, да, чё? Мы сходим, чё, динозавр. Да. И не... всё, отказы, чувак, не принимаются. А чё за херня-то? Чё? Вы чё, офигели что ли? Чел, это вообще не серьёзно. У меня только сердце и лёгкие заменены, если мы драться будем, меня же захерачат. А, то есть тебе сердце и лёгкие важнее, чем человек? Я тебя понял. Да мне не... Чувак, можешь... был бы... Не, нет, слушай меня сюда, слушай меня сюда. Не-не, погоди, послушай ты меня сюда, я тебе сказал. Были бы у меня все органы на месте, я бы с удовольствием пошёл бы и расправился с этими ублюдками, ещё бы жёлтых бы этих чертил бы порешал, ты понял? Но сейчас я боюсь за себя, меня же ударят, и всё, я лягу спать. Ты боишься за себя, а то есть бабки отдавать ты тоже не боишься, да? Бабки-то я отдам, только нужно время. Пойдем, 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 пойдем. Ладно, уже согласились, уже отказываться неприлично. Пойдем, блин. А, черт, зачем он согласился, блин, предупреждал же меня, вот предупреждал меня псих, да, криптокибер, что не надо с вами связываться, что вы, оказывается, не лучше этих самых желтых драконов, да, которые пришли к нему и зафигачили его, да? О, боже, какой же ты нудный. А че, погоди, почему мы ты у нас был другой раз. Почему ты ноешь как девчонка, я тебя спрашиваю? Потому что мы договаривались не на такие условия, чувак, у нас не было таких условий, я сказал, залечусь и окей, будем нормально работать, но я еще не залечился до конца. Вы меня во лакту развели, все, я отдаю эти 3 ляма, и больше мы сотрудничать не будем. Да, окей, я уже понял, что вы меня обманули. Что мы договорились на одни условия, а теперь бах, другие всплыли. Чела, спаси... Алло. Что? Че, все понятно с вами, короче, кидаки вы сраные. Кидаки? Да. Этот мы кидаки, да? Да, кидаки, потому что мы договорились, что не будет такого дерьма. Оно вот с зимой произошло. Ага, а бабки ты как получать будешь? Это вы меня сначала ты меня кинул там на свалке, значит, не хотел меня доставать, да? Потом кинул меня еще на бабки, косарь мне всего отдал, а теперь меня еще и Сидорович кинул. Я тебе предлагаю бабки сейчас отдать. Я тебе отдам сейчас бабки, там могу косарь скинуть. Косарь? Ну да, в принципе, моя жизнь, косарь. Ну, да, я согласен. Примерно там ценный обмен. Моя жизнь, косарь стоит. Мне кажется, вон, за поворотом куда-нибудь зайти, там такие будут стоять, которые и то свою даже не жизнь оценивают гораздо дороже. Ладно. Приехали. Да, на выход. Здорово, мужики. О, здорово. Короче, нам срочно нужно оружие. Да, у меня прям вот арматура. Максимально любое. Да, арматура мне. Арматура, а, это давай, да, это мое, я умею обращаться, да. Бита у вас там, не знаю, какая-нибудь есть. Бита. Нож. О, отлично. Эй! Эй, отдай! Да, дай ему биту, да. Так, ну мы, короче, пойдем, мы это... Шестереночка, ну, нужно чувака спасти. Через вас же второй чел прошел, который инфу сказал, что чела поймали. Да. Все, понятно, пойдем, Виталий, пойдем. Все, давайте. Давайте, удачи. А почему они с нами пойти не могут? Слышь, Виталий, я не понял. Да я-то откуда знаю? А может ты Сидоровичу позвонишь и скажешь, тут чуваки стоят, прохлаждаются, а? Ну, блин, пойди и спроси у них, чего они не ходят. Ну, Виталий, ну ты, конечно, это после того, как мы с тобой в Детройт играли 6-й, да? Боже, что ты меня начинаешь шантажировать-то сразу, я не а пойму. Какой шантажировать? Почему тут шантаж вообще? Давай, идем. Так, опа. Это после того, как мы играли в Детройт? Дай, перепрыгивай уже. Хорошо, идем. Да, ой, аккуратнее, таблеточки-то быстрее сюда, давай сюда, таблетки-то есть у тебя с тобой? Я сейчас, скажись, блеванул. Таблетки взял, говорю? Да, сейчас поищу, погоди. Давай быстрее, где моя? Главное сейчас не блевануть. Да быстрее, говорю, таблетки давай. Блевануть ему там. А, капец. А, держи.
Ты бы очень далеко зашел, чувак, очень далеко зашел. Все, пойдем. Я далеко зашел. Вперед. Ну конечно, ты же сам говорил, что здесь радиация. Нужно как минимум было таблетки заранее юзануть. Так, все, хорошо. Пробираемся. Ты знаешь, что я понял? То, что теперь гораздо быстрее проходить весь этот дурацкий туннель. Когда я наконец оставил себе сердце и легкие, как-то, ну, попроще стало проходить все это дерьмо. Ну, это понятное дело, обновление органов всегда помогает. Ну, очевидно, сторону. Очевидно. Так, опа. А, собака. Носок промочил. Да, блин, вообще капец сдался. Нужно будет сюда дощечки принести. А, чувак. Да. Надеюсь, ты не наглотался радиации. Да я только пяточкой зацепился. Нормально, поднимаемся, давай. Опа. Давай, вперед. Так, все, отлично. Так, хорошо, погнали. Тихо, ты забыл, что ли? Да ладно, идем. Да мы еще раз видели, они здесь почти не ходят. Давай, ё-моё, чё за херня? Какого чёрта? Чувак, мы здесь пролезем? Ну-ка, погоди. Так, я попробую взломать эту херь. Да, деревянная дубина, ты зачем бьёшь? Ты вообще металлическая, попробуй арматуриной. Так, сейчас попробую поднять. Не, дерьмо, сломается. Они прямо хорошо так приварили их тут. Ну-ка, а тут есть что-нибудь. Погоди, может, поищем где-нибудь выход? Ну, так я его ищу. Так, тогда... А чёрт, тут радиация. Но у нас пока еще таблетки действуют, поэтому в целом ничего страшного. Так, давай. Тоже нихера. Походу, знаешь, что придется делать? Тут дверь есть. Может, сможешь ее взломать? Давай, попробую. Так, давай, попробуй, пока жди, я пока здесь поищу. Сделаю все, что смогу. Да нет, ты пока взломай, позовешь меня, я хочу посмотреть, что еще есть. Так, хорошо. Может, что-то в ящиках здесь поискать? Может, какую-нибудь штуку, которая подеть? Фу, нет, здесь уже какие-то изотопы. Ну, что там, Виталь? Ё-моё, прям вообще капец. Такие радиоактивные отходы и все здесь. Ужас. Ладно, нужно пойти уже к Виталию, мне кажется. На этот проход мы не знаем. Они поняли, откуда мы приходим? Так, что там у тебя? Да, получилось. Слышу? Отлично. Получилось? Это было уж не так и трудно. Сейчас, протянусь, стой, хорошо. Так. Так. Погоди, давай лучше здесь пройдем через будку. Через будку? Да, тихо, послушаем, что там. Ой. Да, дорогая, вечером уже буду дома, не переживай за меня. Там кто-то говорит. Да с какими бабами? Что ты мне опять мозг пилишь? Я все еще на работе. Да люблю я твою мать, люблю. Пусть только не приезжает на этих выходных, дай нам отдохнуть спокойно от нее, заколебала мозг пилить. Пусть так говорит. Ух, да теща. Да, все, давай, дорогая, целую. Наконец-то. Вот чертова теща, ее еще здесь не хватало. Опля! Хорошо, хороший удар. Отлично. Ну а я таких вырубал уже кучу раз. Так, смотри, там вон туда нужно. Так, погоди, я сейчас проверю, иди сюда. Пусть тут лежит, все, он на пару часов точно отрубился. Так, там спереди никого вроде. Так, сейчас давай за мной, быстрее, перебегай. Быстрее. Так, тихо. Заходи. Так, там смотри, я там был. Там дальше коридор длинный. Слева там закрытые изотопы, а справа как раз таки камеры. Сейчас, аккуратно, давай за мной, тихо. Разыскиваются. Давай, тихо, сейчас. Так, пока никого не вижу там. Саня! Ух ты. А, чё? Чё поставь, а то меня уже вырубает. Тихо, окей. Так, вон там что-то там будет. Понял. Нет, походу двое, пойдем за мной. Давай, а только так. Тихо. Тихо. Так, смотри по сторонам. Так, секунду. Тут, походу, этот Саня. С ним разберешься, ты, я буду к следующему. Давай. Блин, да. Тихо, ты. Опа. Аккуратно. Так. Это что-то здесь мутит. Готов. Да погоди ты. Давай, раз, два, три. Опа. Я его вырубил, а ты? Я тоже. Все, давай, быстрее. Так, погоди. Проверяй камеры. Тут камера есть. Иди, да. Попробуй удалить все данные. Слышишь, удали данные, выруби камеру, удали все данные. Да, понял. Все, я так. Ключи нужно искать. Так, алло, мужик. Кто? Ты Мэтт Сидоровича. А, точно? Так, да, черт, ключ, где, Виталь? Нужно... Да поищи ты его, боже. Сейчас найду, все. Так, слышишь, Виталь? Чё? У меня где-то здесь ключ должен быть. Ты удалил уже записи? Да, удалил. У тебя нет случаев, кирки? На, держи, есть. Так, давай, поищи ключ и открывай этого дебила, давай. А чё ты хочешь, кстати, сделать-то с киркой? Да забрать ещё вот себе. А, нихера. Так, ну-ка. Так, его провод случайно перерезал, насрать на него. У этого нету, а у этого дебила чё? Ну-ка.
Опа! Слышь, нашел! Нашел? Да. Так, я вот немного идут интерьерчик поломал, знаешь. Да. Ладно, ты пока там разбирайся с шестеренками. Открывай его, открывай давай. Я посмотрю, что тут еще есть. Так, ну туда, конечно, лучше не вламываться там. Судя по всему, все закрыто, хорошо. Так, так, этот без сознания лежит. Может, пару ящиков с собой забрать? А это что за части? Странная херня. Так, ладно. Че там у тебя? Я освободил его. Давай, пошли. Давай. Быстрее, 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 быстрее. Спасибо, парень, быстрее. Спасибо. Идем, спасибо, идем. Спасибо. Идем. Бежим. Возьми в руки эту. А куда мы? Куда? Куда? На выход идем, давай. Вы меня опять воруете? Сюда, быстрее. Да нет, мы тебя спасаем, идиот. От Сидоровича. Спасибо. Сидоровича, спасибо. Да, быстрее, Виталий. А как его зовут-то? Как? Неважно. Ну, ладно, все равно, спасибо. Да боже, соткнись. Соткнись уже, идем, вперед. Спасибо. Аккуратно здесь не упади. Не за что. Аккуратно, говорю, не упади. Странные лестницы. Так, хорошо. Давай вниз, ты его спускаешь? Да, вот он идет. Давай. Дай ему таблетку. И мне тоже дай. Мне, наверное, нужно закончить действие. За какую таблетку? Ну, от радиации таблетки. Я не подписывался на никакие таблетки. От радиации, дебил, ты сдохнуть хочешь? Радиация. Да, от радиации. Дай вперед. Ну, просто я знаю, там некоторые эти таблетки, они там... Кстати, спасибо большое. Ну, все, идем. Все, идем. Спасибо. Давай. Боже, ты меня уже изрядно достал со своим спасибо. Не за что, блин. Все. Спасибо большое. Ладно, пошло. Тише, чувак, успокойся. А сейчас мы тебя обратно вернем. Да он меня достал уже. Скажи ему, что обратно его сейчас вернемся, будут на нервы давить. Давай. Так, а где ребята? А, ребята здесь. Ну все, мы наверх, давайте, мужики. Хорошо. Так, давай, все. Ставь лифт, поехали. Фух. Ты как вообще попался-то им, дебил? Спасибо. Как попался им, говорю. А, скажи, кто попался? Ты как попался? Ну так получилось, там я шел, а они там... Ну чё они там, говори, давай. Ну слава богу, вы что? Блин, почему нельзя аккуратно это все делать, видишь, там нельзя, ну, парень. Ну что на меня кричит, как да не за что. Слушай, еще раз ты скажешь спасибо, я тебя реально... Да тихо, сиди, попроси его, живым, все. Меня спасли. А, приехали. Все, пойдем. Когда-нибудь затыкаешься или нет? Да пойдем. Что? Давай за нами иди, говорю. Биту убери из рук. Так, хорошо. Да шевелись ты. Так, забери, слышишь, забери. Давай. Так, хорошо. Пойдем. Сколько ты вообще накопал этих частей? Да, там парочку взял, которые были... Опа, аккуратно здесь. Так, сейчас. Сидорович! Да, ну что, справились? Да, справились мы с твоей работенкой. Вон твой придурок. Спасибо, здесь, смотри. Не, ну вы молодцы. Да, я у себя, красавчики, если что. Ребята. Давай. Сидорович, за такую работу у нас там чуть не капец там было опасно. Я требую, чтобы ты своего долга скостил сумму какую-то, потому что, ну, не видел. Нет, а что ты хотел? А что я хотел? Ты долг взял? Все. Я деньги в долг взял. Ну все, я работу это выполнил, скостил сумму. Приготовься к любому дерьму, который тебе приготовит жизнь. 3 миллиона на дороге просто так не валяются. Я понимаю. Если бы не я, ты бы вообще сдох. Так что такую простую работу можно выполнить. Хотя она не совсем простая, но в целом ты выполнил работу. Мы чувака из тюрьмы достали. Дешевле, чем 3 миллиона. Да, понятное дело. Ладно, я спешу с спасением этого чувака. Ну, скажем так, 100 тысяч кредитов. 100 тысяч? Только так. Ну ладно, в целом это работало, возможно, и стоило 100 тысяч. Хорошо. У меня еще парочка шестеренок. Может быть, это заберешь у меня по-быстрому? Не знаю, ладно, давай. Ладно, давай потом. Забираю, так, да, Виталия оставлю. Шоке. Слава богу. Так, Виталия! Да, боже мать твою, почему он такой Виталия, сложный? Да, чё? Подержи у себя пока, не хочу по улице с этим дерьмом ходить. На, держи. Ага. Шестеренки мне, значит, ты даёшь. О, погоди секунду. Чё? Кажется, смс-ка пришла, дай прочитаю. Чё там у тебя? Так, погоди, здесь какой-то текст. Так, сейчас прочитаю. Читать сообщение-то. А, вот так вот, походу, хоп. Хорошо, вот. От этого пацана. Привет, координаты ресепшена, где могут тебя взять, держи. Ага, вот, все, он скинул координаты. А, скинул, все. Так, ну все, я пойду туда. Ты один пойдешь? Да, забери на всякий случай может, арматуру. С тобой пойти, так, на блин, всякий чувак, случай. Ты из другой банды, блин, если ты там будешь, то, конечно, нас заберу. Да хотя бы это, знаешь, на стрёме, я ж не пойду туда. Не собираюсь туда самую соваться. Все, я сунусь туда, разберусь сам, все, давай, все, Виталий, сиди здесь, отдыхай. Давай. Блин, давай, жестереночки мы не продавай, сам их продам, да, понял? Да, хорошо. Все, давай.
Так, координаты. О, так это недалеко от центра. Опля, хорошо. Сейчас мы туда добежим по-быстренькому. Хорошо, что я заменил себе сердце, легкие. Так, собеседование пройти, значит. Ну это я думаю, справлюсь, да. Что там, собеседование пройти? Говно вопрос, как говорится. Фух, ладненько. Все, надо собраться. Нужно вести себя как обычный бомжара, которому нужны бабки. Да, я думаю, так себя и нужно вести. А то хрен еще что-то поймает. Так, это как раз тот район, в сторону кафешки, где мы с Тыночкой были. Вот, да, там нужно со здания зайти, в целом, думаю, нормально будет. Ух ты, нифига себе. Какой здесь красивый вход, интересно, куда он ведет. Блин, как круто. О, погоди, а я могу здесь пройти, да? Да-да-да, кажется, координаты показывают, что можно и сюда пройти. Да, можно было и здесь все это время пройти. Так, ладно, походу это оно, да-да-да-да. Вон какой-то дракон или курица, или хрен знает, что это такое. Так, так. Какие-то чуваки сидят. Так-так-так. Девушка? Здравствуйте, молодой человек. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте, девушка. Тут такая ситуация мне приключилась, да. В общем-то, друг посоветовал, говорит, здесь у вас можно найти работенку. Мне как бы работенка-то, знаете, какая нужна? Ну, не слишком пыльная, да, такая, знаете, типа, не всем официальная. Ну, типа, можно что-нибудь совсем грязное. Ну, такое, типа, мне просто бабки очень срочно нужны. Готов делать всякую разную работу. Ну, просто, мне кажется, у вас здесь можно что-то такое. Ну, мне просто деньги, вообще срочно нужны деньги, да. Да, есть у нас такая услуга. По вам видно, то, что вы меня не обманываете. Ну да, но в любом да. случае вам необходимо пройти собеседование. Да, конечно, я готов. Я могу подождать, посидеть на диванчике, пока человек придет, или вы меня отведете куда-то, где собеседование проводить. А, хорошо, я сейчас позову нашего менеджера, посидите пока на диванчике. Да, все, спасибо. Так, там какие-то чуваки сидят, лучше сюда сяду. О, нифига, это что, тортики здесь дают или что это такое? А, ну просто посижу, отдохну. Пока там уже менеджер-то придет. Лучше, наверное, сесть так, чтобы видеть, когда он подойдет. О, да, вон там девушку видно. И тех чуваков тоже через аквариум видно. Ну ладно, в целом неплохо. Так, а кто меня звал-то? Здравствуйте. Молодой человек, вы что ли? О, да я тут вздремнул. А, вы на собеседовании, да? На собеседовании. Ну, просто мягкий у вас диван прилег, сразу же такой оп-оп-оп, жепа. Почувствовала мягкость под своими булками, ну и, соответственно, это, да, вот, я здесь. Ну, хорошо, пройдемте за мной. Пойдемте. Нам сюда? Да, нам в этот лифт. Хорошо. А что, собеседование, что, там, серьезно все, сложно вообще будет? Ну, нужно сначала сдать документы, пройти тестирование, ну, сами понимаете, вы никогда не были на собеседованиях, что ли? Документы? Так я же искал не совсем официальную работу, дорогой друг, какие документы? Ну, у нас такая организация, у нас везде нужны документы. Ладно, сейчас договоримся. Ой, жесть. А куда это мы, собственно говоря, приехали-то, ё-моё, вы точно меня на собеседование привели? Да. Ну, точно? Погодите, мы... что-то страшно-то? Мы отдельный офис под собеседование они еще не сделали, поэтому временно проводим их тут. Погодите, стойте. Точно? Больше точно, похоже точно. На какую-то комнату для допросов. Нет, здесь именно собеседование. Собеседование именно? Мне сюда присаживайтесь? Да, присаживайтесь, за стол присаживайтесь. Да, и чё, кто меня будет? Вы будете меня собеседование проводить-то? Я буду, да, проводить, но сейчас я Погодите, у меня документов-то никаких нет, все-таки, может, как-нибудь, ну, договоримся без документиков, потому что, ну, типа, ну, как, у меня, типа, вообще никаких документов нет. У меня только телефон Ладно. Могу свой, идентификатор могу дать, в принципе, вот. Ну, работа какая-нибудь непыльная, нужна, типа, вот. Ну, я готов, в принципе, практически на любую работу, кроме какой-нибудь прям совсем жесткой, ну, потому что, ну, сами понимаете, человек-то я простой, вот, не какой-нибудь жесткий прям совсем, да. Хорошо, давайте в таком случае так, я сейчас отойду, принесу необходимые вам уже документы на подпись и вернусь. Всё, вы пока тут посидите. Хорошо, только не бросайте меня надолго слишком. Ох, капец, ну и комнатушечка здесь, конечно, реально, тупо комната допросов. А, ну, конечно, она поменьше, чем у агента было 38. Ну, в целом, да, похоже. Вот это стекло, там, может, он сейчас сидит? Да, с этим стеклом точно кто-то может сидеть. Я просто нифига не вижу. Не-не, лучше посижу. Что за херня? Мы тебя не узнаем. Что значит не узнаем? Готовься к смерти, чертила. Что-то вы меня с кем-то спутали, идиот! Аааа!